Charles. Salut tout le monde. Nous allons entamer une séquence d'infiltration du jeu Metro 2033. Да я тебя зажарю, если первой не придешь. Давай, что же за непруха такая? Ептель-тептель. Он и так же не... Ты чё там уснул, что ли, а? Quoique, je suis même pas obligé de les buter. Oh si, quand même, on va se les faire. On va essayer de se faire les deux, tiens. Tiens. Ah, tranquille, l'autre, il a même pas bronché. Ok. Tranquille. Bon, bah, je récolte. Merci les mecs pour les cadeaux. Oh là, mais vous êtes jamais vendu donc. Hein. Ah bah, merci. C'est gentil. Ah, j'ai oublié de retrouver mon masque gaz. Слушай, а что ты о новом хозяине думаешь? Чё за вопросы? Я на него 5 лет отпахал. Он жесткий чувак. Да, он башковитый. Готов спорить. Мы скоро померяемся болтами с самой Третьяковкой. Да нет, чего ты взял? Нам и так тут не дует. Мне зачем войны ввязываться? А кто? Жалко, правда, что он так со старой гвардией обошелся. Да ладно, хорош, что, правда? Ну, без башни лучше смотрелись. Идиот, вот он кто. Тебя зовут. Ты-то просто. Никто тебя не расшвенял. Кормят даже, как списать. Так что заткнись, лучше. Это точно. У нового-то шефа к Бурбону столько вопросов, что хоть иголки под локти втыкает. Думаю, до утра бедняга не дотянет. С нами нет. Думаешь, правда пытать будет? За Лёшку. Может, но это по настроению. Если лень будет, может просто мозги разнести. Merci de me gâcher une séquence. Bon bah. On va charger, hein. Parce que bon, hein, je vais pas recommencer parce que ça commence à me saouler. Hein. Je vous dis pas là, j'ai recommencé au moins 4 parties pour essayer de faire un truc parfait, mais apparemment c'est quasi mission impossible. Hein. Pourtant j'avais réussi à faire une mission. Да нет, Лунь, чего ты взял? Нам и так тут не дует. Мне зачем войны ввязываться? Нет. А кто это? Жалко, правда, что он так со старой гвардией обошелся. Да ладно, хорош, что, правда? Ну, без войны перед смотрелись. Идиот, вот он кто. Тебя забудь. Нашим хозяином все простят. Никто тебя не ищет. Ну, может, так и было бы. Кормят даже. Если бы хозяин был прежний. Это точно. У нового-то шефа к Бурбону столько вопросов, что хоть иголки под ногти втыкай. Думаю, до утра бедняга не дотянет. Ломата, говорит он. Думаешь, правда пытать будет? Орденом, может, но это по настроению. Захватки. Если лень будет, может просто мозги разнести. Плохой вариант. Говорит, что они зачищали чумную станцию. Или что-то вроде того. Да. Эти парни... А, putain, non, sérieux, ils font chier. А ну, серьёзно, des fois, pourtant j'arrive. Готов спорить, скоро померяемся болтами с самой Третьяковкой. Да нет, чего ты взял? Нам и так тут не дует. Мне зачем войны ввязываться? Нет. Жалко, правда, что он так со старой гвардией обошёлся. Там хорошие мужики. Да ладно, хорош, что, правда? Вместе они лучше смотрелись, чем по частям. Идиот, вот он кто. Тебя забудь. Думал, выпить с нашим хозяином, все ему простят. Но оно, может, так и было. Если бы хозяин был прежний. Это точно. У нового-то шефа к Бурбону столько вопросов, что хоть иголки под ногти втыкай. Думаю, до утра бедняга не дотянет. Кого с нами? Думаешь, правда пытать будет? Может, но это по настроению. Если лень будет, может просто мозги разнести. Плохой вариант. На прошлой же неделе все живы. Это Ганза. Опять она проиграла. Нет, не Ганза. Я слышал какую-то одиночку. Бригаду Третьяковских. Охотник, что ли? Нет, но могли быть и несколько.
Votre fameux endroit que j'ai découvert en passant à l'infestation, en infiltration. Parce que d'habitude, cette mission, je la fais toujours à la mode bourrin. Je peux vous dire que j'ai découvert des trucs là en la faisant à l'infiltration. Et vous allez voir ce que j'ai découvert. Salut. Ça fait mal, hein. Eh oui, mes amis, une chicha. Et en bonus, vous pouvez même la fumer. Complètement là. T'as fumé la chicha. En tout cas, le mec là, il avait un coin tranquille là dans son tas de caisses. Hein. Tranquille, chicha et tout. Ah voilà, le trip est fini. C'est quoi ce bruit? On dirait qu'il s'est pissé dessus. Comment t'as fini là? Oh là là, putain. Par contre, à chaque fois qu'il fait un trip, putain, ça dure longtemps. Hein. Чё-то голова не варит. Чё тут происходит? Никого. Крыса, наверное. Да-да. J'aime bien. Là, t'as le fichier qui arrive en retard. Стоять, я сказал! Притащил с собой, ублюдок! Отвечай, гад, или башку снесу! Это одноглазый или гонокок? Артём! Чё за Артём? Marqué que Bourbon, là, il est comme dans le livre. Можешь опустить свое оружие, юноша. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, влажновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Что ж, мудрое решение. Aussi pour vous expliquer les fléchettes que les autres se prenaient. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Bon, хотя я чувствовал, что... Les gens